Всем любителям роз здравствуйте. Представляю сорт LillyRose. Wonder еще называют 5, по-моему. Да, чудо 5 называется. Ну, я уже ее показывала, про нее рассказывала. И это уже как бы вторая роза у меня. Первую я сгнобила, второй раз купила со скидкой. И, в общем, ей довольна. Это самая мини-мини-мини-мини роза, которая встречалась на моем веку. Так что имейте в виду. Видите, она выглядит совершенно прекрасно. Но я, в принципе, ее обрабатывала. И уже декабрь она цветет, и она вся в цвету. И летом она, кстати, розовенькая, а сейчас-то как холодно, она такая, как бы пинк идет, уже ярко-розовая, как бы даже чуть неоновый цвет отдает. Так, буду стараться громко говорить. Посторонние звуки — это улицы. Прелестная мини-роза, которая подходит и для клумбы, и для балкона. Некрупные цветки розового цвета, собраны в рыхлые кисти, обладают сильным ароматом спелой малины. Знаете, что-то очень мне это странным кажется. Но я понюхаю, конечно, но, по-моему, нет. Цветение продолжительное и обильное. Высота кустика от 20 до 50 сантиметров. Сорт имеет большую устойчивость против всех видов традиционных болезней роз. Но, кстати, это я переводила с немецкого. Ссылку я приведу, и вы сами можете посмотреть все. Начинает цвести с конца мая. Предпочитает солнечное место, но у меня тут солнце, с богатой почвой. Почва богатая. Морозостойкая. Она, кстати, я посмотрела, по-моему, от 150 рублей до 300 в России продается. Подходит для посадки на передний край цветника, в бордюры, контейнеры, катки. Кстати, ее 2 года назад не было, и продавали просто чисто частник. Сейчас что-то все размножили и продают очень, кстати, усиленно. Но я просто посмотрела в Google. Если хотите, в Google смотрите, там много что поставщиков увидите российских. Универсальная компактная роза. Здоровая, хорошо нарастает. Ну да, наросла она, кстати, хорошо. Очаровательная роза. Многочисленные маленькие розовые цветки различных оттенков розового до ярко-розового. Хорошо разветвленная. Зацветает. Я уже, кстати, перевод вам читаю. С середины мая продолжает цвести все лето. Роза зимостойка, растет здоровой и хорошо подходит для сочетания с другими летними растениями. Очень универсальная, компактная растущая роза, которая подходит для клумб, балконов, так и для традиционно садового растения. Он начинает цвести с конца мая, предпочитает солнечное место с богатой почвой. Проявляет большую стойкость ко всем видам традиционных болезней роз, никаких химикатов не требуется. LillyRose Wonder5 можно комбинировать с другими компактными растениями на балконе для получения значительных комбинаций ландшафтных. Используйте компактные сорта в качестве партнеров для LillyRose, чтобы они не перерастали маленькую очаровательную розу. Растения, которые хорошо растут вместе с LillyRose: Гаура, Сан-Виталия, Даймонд-Фрост. Но это посмотрела. Гаура какой-то беленьким цветет, белорозовым. Сан-Виталия желтеньким. И Даймонд-Фрост тоже что-то такое желтенькое, мелкое. Универсальное растение LillyRose хорошо растет в различных местах. Почва должна быть богата питательными веществами, имеет хороший дренаж. Любит солнечные места, почва с небольшим количеством мела, песчаность текстуры подходит лучше всего. Как и другие розы, LillyRose лучше хорошо растет в местах хорошей вентиляции, без риска влажности. Маленькие листья должны быстро высохнуть. Посадка. Лучшее время — весна, начало лета. Я, кстати, летом ее сажала и поздней осенью. При достаточном количество воды также можно сажать LillyRose в летнее время. Вы можете сажать LillyRose так же, как вы сажаете комнатные растения, другие многолетние растения. LillyRose не выращивается вручную. Посадочная яма должна быть рыхлой, почва на дне, чтобы LillyRose могла отрастить новые корни. Но я, кстати, бросала туда это раститель корнею. Такой, показывала, кстати, его. Дренаж работал Нормальный полив. Полив нормально. Дренаж работал нормально. Полив регулярно поливайте после посадки. Впоследствии растения будут нуждаться дополнительно в поливе только в периоды длительной засухи. Вы можете поддержать поглощение почвы, слегка обработанный верхний слой, верхний уровень почвы. Оплодотворение растет наперед, конечно, смешно. Хорошо растет на богатых почвах. Но это как и все. Для удобрения вы можете использовать органические компоненты, такие как роговая стружка, но это рога и копыта, я ее тоже показывала, которую можно нанести вокруг растения. 100 грамм на квадратный метр. Лучшее время нанесения удобрений весна, когда растение быстро начинает расти. Осенью удобрения не требуется, так как готовится к зиме. Но у нас как бы по-другому все. Горшечные удобрения могут повысить зимостойкость, зимняя защита. Ну, в общем, если в горшках, надо защищать все равно. До минус 20 выдерживает она. Ну и закрывайте хворостом. Если в контейнеры, то она может выдерживать только до 12 градусов. Минус. Не нуждается в поливе в солнечные зимние дни. Болезни. Высокую устойчивость ко всем болезням роз. Но если вы правильное место выберете, вот как они описали, то и будет все хорошо. Выберите солнечное место с хорошим потоком воздуха, ну типа проветриваемое. Как у других роз, тля может появиться. В другой ситуации может... чего? Ну, в общем, там типа надо это промыть от тлей. Можно использовать в помещении, но только в ограниченное время. Ну, типа прохладное помещение, я так понимаю. Оно универсальное растение. Можно с другими сочетать, значит, растениями, ну, которые я уже перечислила, в контейнерах и ящиках, на балконе. 35 сантиметров друг от друга должно другое растение быть. Значит, LillyRose Wonder5 является результатом селекции из Японии, была завезена после интенсивной тренировки в Европе в 2017 году. Мини-роза не дает семян, поэтому имеет шипы. Че, шипы имеешь? Что-то я не вижу никаких шипов, кстати. Не имеет шипов, поняла. Вот, не имеет шипов. Вместо этого... В общем, цветет все лето, пока не наступят заморозки. Маленькие шипы. В общем, вы не переколитесь от нее. В высоту и в ширину 35-40 сантиметров. Вот все. Показала. Кому интересно, вот можете еще про эту розочку посмотреть у меня. Так, в общем, есть отдельный плейлист. Обзор, как бы длинный обзор роз. В общем, туда я прикреплю, плейлист прикреплю. Смотрите, кому что интересно. Так, давайте вот так вот покажу ее. Сейчас с другой стороны обойду. Сейчас сфотографирую еще, кстати. Так. Ну вот, показываю еще вам с разных сторон, с чем сочетается. Вот Перовская, кстати. Вот Перовскую я постригла. Так что вот. Вот такая вот, я поставила, чтобы это, когда муж стрижет газон, ее не повредил. Вот такая вот милаха. Весной... Ой, летом я снимала или нет, не помню. Надо посмотреть, кстати. Зимой будет вам чем заняться. Я буду собирать летние видео по сортам роз. Так что смотрите. Вот такая милаха. Тут такая бодрная бабочка, конечно. Вот. Вот, посмотрите. Вот такая милота. В общем, у меня, видите, пришел к ней в гости динозавр. Вот. В общем, розочка такая довольно-таки мне нравится. Вот такая мини-мини. Ну, презентация у нее на сайте красивая. Можете зайти, посмотреть презентацию. Как они презентируют ее, немцы. У японцев я не знаю, я не видела. Милота. Ну, в общем, как бы ее разводят в России, так что имейте в виду. Разводят, разводят. Вот, видите, ну это вот где-то вот, смотрите, вот если вот измерить, ну 1,5 сантиметра, сантиметр, серединку, видите, открывает. Ну, смотрите, какие цветочки, мизинчик, мизинчик. Вот. Это же такой мизинчик. Такая миленькая. Ой, вот здесь уколола, кстати. Но она не такая, не колючая. Вот еще больше, посмотрите. Красотень. Милота вообще. Ну вот для сравнения и фотографии сделала. Вот смотрите, вот это вот герань. И вот можете посмотреть сравнение цветка герани с этой розочкой. Вот как бы вам это как это коробок показывают или монету. Ну вот имейте в виду, что это с копейку цветок. Ну вот видите, такой монстр герань по сравнению с ней. В общем, вот так вот имейте в виду. Такая милота. Всем пока.